Рабочая группа продолжает активно участвовать в обсуждении благоустройства Малаховского озера. Очередная встреча помогла внести коррективы в работы и наметить дальнейшие планы. Вот эта дорожка, куда она идет? Там ей нужно. Она все. У нас как по проекту? Велосипедная, да? Велосипедная. Направление пешеходных и велодорожек, освещение благоустроенной территории и внесение корректив в намеченный план работы. Обсуждали вопросы прямо на месте. В протоколе фиксировали пожелания. Есть определенная зональность, да? Я хочу эту зональность отвести от основной тропиночной сети, чтобы это не мешало остальным людям. Куда перенести пикниковую зону и как ее оснастить? Где и в каком количестве установить уборные комнаты? Решение рабочая группа принимала сообща. К пожеланиям присоединились и другие местные жители. Ну, можно какое-то кафе, чтобы можно мороженое с детьми. Заросли вблизи штаба строительства по-прежнему притягивают асоциальных горожан. Участок находится в неприглядном виде. На встрече рабочая группа искала выход из положения, чтобы навести там порядок. В ближайшее время на этом участке проведут санитарную опиловку и компенсационную высадку. Там действительно бардак, наркоманы. Если здесь прорядить просто американский клен, уже будет светло, никто скрываться там не будет. Потому что сама поросль, вот этого американского, ну, заросло все. Работы по благоустройству жемчужины Люберец проводят и на самом водоеме. От жителей поступили предложения по поводу реконструкции дамбы и очистки озера. Мы рассмотрели дополнительные вопросы, которые касались непосредственно дамбы. Спуск воды было, обращение от рыбаков непосредственно, чтобы рыба могла спускаться в реку во время нереста. Рабочая группа данную идею поддержала. И также обращение в адрес администрации, чтобы очистка данного водоема проходила без спуска воды на метр. В ближайший месяц на Малаховском озере проделают большую работу. Установят 2 спортивные площадки, камеры видеонаблюдения, а также 174 лавочки и 150 урн. Пляж засыпят новым песком. В зоне отдыха появятся раздевалки и волейбольные поля. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,